Всем здорово, мужики! Это мой новый ролик на моем YouTube-канале. Сегодня решил взлететь на гагадропчик. У меня на балике 44 866 рублей. Этот балик у меня остался с прошлого видоса. Мы там подняли плюс 24 куска к балансу. И надеюсь, сегодня мне гагадроп будет выдавать абсолютно так же. Я бы сказал, что можно еще лучше, но плюс 24 куска на самом деле это и так очень жесткий результат. Полетели со старта кейс 2024, 5 штучек на 10 120 рублей. И в идеале, чтобы он прямо в начале меня хорошо окупал. Так, новый скоростной зверь неплохо. Вот этот Max 7 хорошо, но по идее, вот это тоже вроде неплохо, по идее это будет плюс, но нет, 9900. Почему-то мне казалось, что дуэл берета стоит дороже, я случайно еще открыл один кейс, хотел 5 кейсов открыть. Но пустынный повстанец будет хорошо выбить, отлично, вот это прям отличненько. Так, 45 тысяч на балике, и мы поднимаем плюс 1000 рублей со старта видоса. Конечно, не бешеный плюс, но самое главное, это просто начать ролик в плюсе. Ибо как видос начнешь, так и закончишь, ну и все сами, прекрасно знаете. И также, парни, напоминаю, все, кто хотят покатать на гагдропе, вы можете при пополнении ввести этот промокод и получить плюс 11% к депозиту. Тэпать можно абсолютно со всего, с карты, скинами, криптой, как вам нравится. Тэпнули скинчиком 1000 рублей, на балике получили 1110, вы со старта будете в хорошем плюсе. А также напоминаю, за каждый депозитный рубль вам дают один спипоинт. Вы можете сделать к акциям перейти и зайти в снежную битву и потратить свои спипоинты на то, чтобы кидать снежки в рандомные окна и выбивать скинчики. А в среднем отсюда можно забрать где-то от 10 до 30% депозита. Иногда может повезти, будет падать прям подряд очень крутые шмотки. Иногда может не везти, будет падать вот как мне по 800, по 600 рублей. А может быть, ты мне как раньше будешь выдавать всякие шмотки по 2000, по 3000. Вот у нас прошлый ролик был хороший, мы там выбили прям очень солидно. А сейчас, ну, первая шмотка за 1300, ну, в общем, на самом деле слабовато. Ну, ладно, зато у меня много SP-поинтов, то, что мы, в принципе, много халявы забираем, это классно. Но хотелось бы эту халяву еще приумножить, чтобы падало не по 300-400 рублей, а по 1000, по 2000, но не. Ну, 1800 в конце упало, но мы где-то процентов 12 к депозиту, я думаю, получили, может, чуть-чуть поменьше. Еще у них есть марафон, вы можете выполнять задания, подниматься в таблице лидеров и забирать призы. А также барабан бонусов первый раз крутите, если прострегаете по моей ссылочке в описании под видео, а второй раз по этому же промокоду. Еще вот здесь всю халяву тоже можете забирать. Так, а мы полетели дальше открывать кейсы. На балике у нас 52 551 рубль. Давайте сейчас тронем магически. Как вообще сегодня мистери кейсы выдают? Дают 6700, отлично, еще один. Но первый мистер кейс меня прям порадовал. А второй 200 выдал, тоже нормально. Давайте еще один. Но пока мы в плюсе. 996, вот это слабовато. Давайте еще один. 511, ну что так, походу, после первого кейса магического надо было уходить из него, потому что дальше идет какой-то противный слив. 2096, а может быть, ты выдашь мне жесткий плюс 1300 и компьютерный глюк. Что это за кейс? Первый раз его вижу. Ну, за 600 рублей на халяву приятненько, но падает 419. Ладно, давайте покрутим кейс подарками по 5 штучек на 5555 рублей. Так, первое нападает лавки-чмавки за 2800, отлично. Дальше император, бизон, ну, 4900, слабовато. Хотелось бы получше, когда лавки-чмавки дорогие падают прямо с завода. Но ничего страшного, зато мы быстро все фармим для открытия бесплатных кейсов. Сколько нам там осталось? Так, до платинового мы уже дошли, до элитного осталось открыть кейсов на 47 тысяч рублей. Так, я предлагаю сейчас тройнуть карточку за 4 тысячи куда-нибудь вот сюда. 6600, отлично, с карточкой я не промахиваюсь. Давайте 2024, еще 5 штук на 10 120 рублей. В идеале прям 5 жестких окопов подряд можно сделать? Ну нет, падает одно говно. Ладно, давайте продадим 8090 рублей. Продаем, еще 5 штук открываем. Но мы когда открываем дорогие кейсы, у нас быстро формятся бесплаточки. И это, естественно, не может меня не радовать. Ну давай, родной, повыдавай. Ну вот авики неплохие, но это окуп на 300 рублей. А все остальное в итоге говно падает. Ну продаем, еще 5 штук быстро открываем. МК Азимов неплохо, но 9700 это уже получше. Но пока, сука, мы все равно, ну считай, в нуле. Хотя при этом со спи-поинтов забрали до хрена. Во, 12 тысяч. Давай, можно еще плюс 3 тысячи, дальше у нас будет 50 на балике. 3900 даже дает плюса сверху, отлично. На балике 50 тысяч рублей, и при этом мы открыли все бесплаточки. Давайте с них забирать халяву. Если что, пацаны, бесплатные кейсы тут открываются постепенно, в зависимости от того, насколько вы открыли платных кейсов. Так, мне падает Интегрейл, хз, сколько это стоит, если честно. Ну, наверное, мало. Не, 4000, отлично, для элитного 4000, это солидно, теперь платиновый. Так, механопушка, 1077, слабовато, теперь у нас золотой, серебряный остались и дальше. Ну, обычно с этих кейсов ничего жесткого уже не падает, вот даже Легион Анубис упал, но за 500 рублей самого плохого качества. Но всю халяву забрать с данных кейсиков я все равно хочу. Но в идеале сегодня пробивать 60 тысяч, это прям вот 100%, а так-то, наверное, можно и больше, но там уже как будет получаться. Так, мейнфрейм 001 и последний у нас ржавый, также быстренько открываем.
Так, жнец нападает. Так, полетели сейчас. Немножечко порискуем. Хочу открыть один VIP Colors красный за 5555 рублей одну штуку. Давай, родной, пожалуйста, можешь меня здесь один разочек окупить, и я ухожу. Радиационная опасность, но если прямо с завода, то... Нет, 2300, говно. Еще один быстрое. Красная линия, понял, еще один. Но что-то как-то этот кейс вообще не нацелен выдавать. А может быть, окупишь меня? Хоть разочек, но чисто по приколу. Можно меня купить? Ну, сколько это стоит? 7500. Ну, нормально, но слили до хрена. 2600. Ну, можно хоть один жесткий окуп. Но я тебя прошу, ну, пожалуйста, красный. Ну, да, глок мода, спасибо. Ну, я задолбался крутить этот кейс, но при этом я не могу уже остановиться. Я хочу откомбэчить. Вот сейчас ты, сука, стоишь 8900. Почему ты раньше только не мог стоить? Еще один. Ну, адское пламя, если прямо завода, да нет, 4300. Короче, еще два. Вот так вот открываем за 11 тысяч. Давай, родной! Ну, какие две красные линии за 3000? Еще три. 17400 рублей. О, 17100 рублей. Короче, в говне мы полном, как я понял. И он не собирается меня из него доставать, да. Но вот это было лишним. Вот я сказал, хочу крутануть один, сука, кейс. И в итоге, как всегда, как дебилоид, начал открывать по 10 этих кейсов. Давайте черно-белая одна штука за 10 тысяч. Не, ну если ты сейчас выдаешь 1030, то шансы на камбэк. Да, механа пушка, ну сколько ты стоишь? 2900, спасибо большое. Апгрейд до 10 тысяч рублей. Ну, что-то как-то прям супер плохо, если честно. Прям очень плохо. Все VIP Colors меня решили сегодня просто тотально слить. Апгрейд меня тоже сливает, на балике 14 тысяч. Ай, сука, давайте еще один. Ну, я верю в этот кейс. Сайрекс 8 тысяч, ну, еще один можем открыть. Но мне в идеале выбить бы какой-нибудь ножик, тогда реально будут шансы. Азимов 6-100. Я еще просто, парни, болею, громко кричать не могу, но, сука, иногда очень хочется, и причем с матом. Ну, апгрейд выиграли, да? Да, естественно, мы выиграли апгрейд. На балике 2500 рублей. Но это просто, блин, ну что это такое? Нахрен я вообще решил зайти в эти тупые, сука, VIP Colors. Вот такой апгрейд, еще один. И мы тоже его просираем. Короче, не, забейте, сегодня тотальный слив. У нас на балике 480 рублей. И на этой печальной ноте мы, к сожалению, будем заканчивать ролик, потому что у меня просто, сука, не осталось баланса. Да я даже не знаю, что здесь говорить, если честно. Короче, парни, напоминаю, все, кто хотят покатать на гагдропе, главное, включая голову, а не как я, вы можете при пополнении ввести этот промокод и получить плюс 11% к депозиту. Депать можно абсолютно со всего, с карты, скинами, криптой, как вам нравится. Депнули скинчиком 1000 рублей, на балике получили 1110. Вы со старта будете в хорошем плюсе. Также не забывайте про спипоинты, марафон, барбан бонусов, бонусы, короче, халявы на сайте много. И все, мужики, всем большое спасибо за просмотр, ставим лайки, подписываемся на канал, не забываем писать какой-либо комментарий, это сильно помогает продвижению ролика. Ну и мне кажется, я ближайшие роликов 10, сука, вот эти кейсы вообще трогать не буду. Не, ну я, конечно, наверное, я буду их открывать, потому что мне теперь хочется забрать здесь свой окуп, потому что сколько раз он меня слил подряд. И теперь, по идее, должен начать окупать в этих кейсах. Но, с другой стороны, как будто бы надо уже просто остановиться и перестать крутить эти кейсы, ибо они реально стали хуже выдавать. Короче, ладно, буду думать к следующему ролику. На этом точно заканчиваю, парни. Всем удачи, всех люблю.